заставили Орсака поменять вратаря, начинал Чиляк, а вот дальше вышел Штепанек и сделал несколько просто шикарных спасений, вернул свою команду в игру, словом, по ходу второго периода уже восстановил равновесие, 2-2 было. Команда тоже, да, для нее такие вот моменты, повторю, пусть даже в проигранном матче, очень важны. И, ну, рано или поздно, конечно, прервет свою эту серию поражений, словом, не будет же он до конца чемпионата терпеть сплошные неудачи. И я думаю, что вот и сегодня, ну и в любом другом матче хоккеисты будут вспоминать ту игру. Ну а что нам вот, дескать, сейчас? Мы у Уфы.